Небольшой обзор на комплект шуза Vitelli. Это получается для автомобилей. Я брал на Кенга. Ему подходит для Ниссанов, для Меганов и так далее. Вот его номер 15-1542. Этот шрус на автомобиле с АБС. Число зубцов на кольце АБС 44. Так, получается, коробочка была полностью заклеена со всех сторон. Вот тут я ножичком вскрывал ее. Что в комплекте? Два хомута ленточных. Ступичная гайка. И стопорное колечко. Смазка для шрузов. Пыльник. Сам шрус. Если я не ошибаюсь, то число зубцов 23. А тут 30 или 32, честно говоря, не помню. В характеристиках шруза оно указано. И инструкция. Инструкция по демонтажу и монтажу. Русского языка здесь нету, но в принципе в картинках наглядно все понятно. Такой вот комплектик. Обошелся он мне без доставки. Получается около чуть больше $30.